сказать важно, отправить? Да, тарифы. Совещание Callback Hunters. Привет, Миш. Здорово. Всем привет. Приветствую. Здорово. Привет. Можешь свысока посмотреть на Москву. А у нас может только на Садовую посмотреть. У нас Кремль видный так. А, да. О, кофе машина. Что, не было? Не было. Не было? У нас все. А мы все время изменяется к лучшему. Да. У нас целых две, одна не работает. А где вторая тарина? Ну они в кухне. А, у нас туда. У нас новую должны привезти сегодня. Да? Ну, супер. Должны были уже неделю на привезти новую, но никак не привозят. Йоу. Салют. Настраиваем температуру в офисе. Что, слишком горячо? Я мороженка и я таю. Так, тихо, камера зашла. Мы про эти говорим. Как улучшить качество связи в скайпе. Да, это возможно разве? Да, нужно сказать ИГИЛ, бомба и теракт. И что? Запрещено, кстати, на территории РФ. Канье Вест. Йоу. Это Канье и капелька кофе. Чем вы, ребята, тут занимаетесь вообще? Я прохлаждаюсь. Ну чем вы, ребята, работаете вообще? Техническая поддержка. Антон техническая поддержкой занимается, Баул видосики смотрит. Тут технологии там всякие, современные, 21 век. Какие, например? Кнопочки, тумблеры, вот всякую такую. Чтобы работало. Немножко виджеты, гаджеты, чтобы все работало. Как вам вообще за новость? Что-нибудь изменилось? Все меняется. Все меняется, кроме кофемашины. Кроме кофемашины? Да вроде меняется. Каждый день что-то меняется. Но к лучшему или к худшему, пока не знаю, видно будет. К лучшему. Определенно к лучшему. А по секрету, что-нибудь на релиз будет у вас? По секрету на камеру. На релиз, конечно. По секрету на камеру. По секрету на камеру, да. Что будет, это секрет. А, но будет что-то, да? Да, конечно. Вы сейчас снова готовите, да? Будут сюрпризы. Ну, это я на самом деле у Макса, но так как Макса все равно нет, его не бывает. Окей. Я тоже сначала Макса. Ой, блин, я снимаю, да. Я считаю, что отличное изменение к лучшему сейчас внутри компании, и это тот случай, когда должна быть синергия. Синергия, да. Ну все, респект. Свет вырубился. Ты снимаешь, да? Что такое, ребят? Работы нету. Отменяется на сегодня. Отрубился свет. Это плохо. Сделаем работу. Сокращенный рабочий день. Саня, кто-то починил. Возвращаемся. Так вот, чем вы занимаетесь? Отдел маркетинга. У нас, видишь, тут свой островок. Сегодня жаркий день был. Вчера вечером, ну как вечером, уже ночью, под ночь, по 12 часов сделали апдейт сайта. Я делал, и, короче, там новые тарифы. И продавцы сегодня, и руководители отдела продаж были очень сильно удивлены. В шоке? Да. Они не знали, что ли? Шорок в шоке, там пена со рта была. Как нам это продавать теперь, по таким тарифам? Да. Ну, в общем, решили сделать потом чуть более по-умному. В общем, в понедельник, во вторник будет офигеть. Вообще, прям апдейт тот, который нужен. Я думаю, вам еще надо Digital Pipeline внедрить. Но это автоматически работает в CRM-ке, то есть ты настроил один раз это, и при переходе из одного статуса в другой, то есть менеджер по продажам работает, а его автоматически утепляет... Это нормальная тема. Как он движется по воронке продаж, сначала там идет email, потом он перешел в другой статус, ретаргет включается. Ну, у нас... Короче, продал сейчас парням Digital Pipeline. Они ржут. Так что, потому что... Почему? Потому что Digital Pipeline — это, блин, уникальная функция. Ни у кого такой нет. Все, ребят, всем пока. Давай. Пока.
Я забыл свой скейт. Че, Миш, о чем там? Че делал в Public Hunter? Не надо сейчас снимать, сейчас зачем? Плановая встреча. Плановая встреча? Да. И что планового было? Да ничего, обсуждаем дела, реформы, реконструкции. Давай свою палубу покажем. Оу! Вот на такой красотке мы сейчас поедем вам из CRM. Многие люди думают, что кабриолет прикольно в жару. А вот сейчас на улице 31 градус, это очень, очень неприкольно ехать на кабриолете в такую жару. Если бы я ехал один, я бы не опускал вверх. Ну, так как ты со мной? Ну, да, да. Ты же хочешь картинку. Да. Вот эту вот железячку. Вверх тянуть. Вверх тянуть, да. Так, ребята, я попер. Ты багажник открылся. О, нифига себе система. Ты как Джеймс Бонд. Держи, держи кнопку. Да. Ребята. Короче, Callback Hunter вообще другие ребята. Это прикольно иметь такого странного брата. Который что-нибудь может учудить. Сервис перспективный. Команда перспективная. Мы их раскочегаем. Голубь. О, Серега. О, здорово. Сейчас, короче, 1, 4S, короче, желтый. Mm-hmm. Один такой стоит в городе, больше нет. У нас был, у меня был где-то 1-1. Гости! Они нас боятся, и поэтому мы не можем здесь тусоваться. Когда мы тусуемся, они раз, исчезают. А если начальства нет, они тут вечером балдеют. Вино гоняют. Как дела, ребят? Все отлично. Находимся в офисе каком-то странном, вот Кремль видно. Что-то написано. Да, видел. Тут садовое кольцо. Ну, наверное, парни такие, да. Мне кажется, деревенские парни приехали тут. Ну, как бы там, там природа, тут тоже хотят хорошие виды. Ребята, у нас делегация. Здравствуйте. Вот, Искандар, тебе мастер-класс от Руслана. Не, так мы к тебе пришли спросить, как дела. Знаешь, что мне кажется, можно сделать? Так, в плане вот идеи, я тоже думал, что можно замутить. Мы сейчас едем в Ярославль, еще там в 5 разных городов. Как там и CRM, и Callback Hunter будем выступать везде, все про все рассказывать. Короче, поскольку вам у 500 тысяч регистраций, можно в каждом городе люди, когда вам и CRM сидят, у них основная проблема даже... И CRM, понятно, но сам трафик еще проблема, то есть новые лиды. Они же тоже из контекста покупают. И прикинь, попробовать внутри одного города, вот в рамках, допустим, Пензы, у всех, кто стоит там, и CRM, открыть чат внутренний между предпринимателями, где они бы могли указать, что они занимаются тем-то, тем-то, эти занимаются тем-то, тем-то, они могли потихоньку начать общаться, чтобы таким образом у вас внутри контекстная медийная сеть прям будет внутри. Рядом, допустим, чувак занимается бетоном, раз ты в Пензе заказал звонок, через callback прямо у CRM пришел и все. Есть у вас, допустим, CRM-ка или нету, там оплачено, не оплачено, неважно, в любом случае регайтесь вам о CRM, начинайте там вести дела, потому что так вы еще будете присутствовать в каталоге. Какую можно что-то делать? Слушай, Руслан, еще задачка. Вот Ванек. Ваня у нас занимается партнерской программой. Ну, знаешь наш Амустарт? Да, знаю, знаю. Вот, Ваня маркетолог Амустарт. Ништяк. Что-нибудь подскажи тоже по Амустарту. Я думаю, у вас офигенная партнерка. Я просто вот, те, кто видос смотрит, партнерка, в котором, я так понимаю, первый транш вам и CRM вы полностью отдаете, да, партнеру? Это я вообще нигде не слышал. Ну еще помимо того, что они транш дают, они еще лидами делятся. То есть если, предположим, партнер это с Ярославля, офигенно. Правильно? Ярославскому партнеру уходят лиды, которые приходят вам от CRM. Это, мне кажется, вообще просто 22 век уже. Мне кажется, вашу партнерку нам просто продолжать делать, как делаете. Кто-то это очень прикольно придумал. Вот. Ну гадай мне первым. Вот расскажи, чем занимаешься-то. Рад. Снимаю вот это видео вот этих чуваков. Я понимаю, тебя Миша уже возит, водителем твоим работаешь чуть-чуть. Я видел на ESL, ты ездил. Сегодня, да, личный водитель. Я не знаю, говорит, кто он, но у него только Винин водила. Я бы что хотел добавить, что
Мне кажется, вам наступил такой момент, когда ее уже бессмысленно уговаривать себя ставить, как сказать, по какой-то причине. Я считаю, ее надо просто поставить и все. Просто, если видите видосы, как-то она знает, просто ставьте AMA CRM, вот там, зарегайтесь. У вас есть какие-то промокоды, нет там? Нет. Короче, вы регаетесь в AMA CRM, там бесплатный доступ на 14 дней. Следом звоните в AMA CRM, говорите, я зарегался, вот я посмотрел видео с Русланом, с ребятами с маркетинга, и типа, что мне можно вымутить там пару месяцев бесплатно, но взамен за того, что я потом 10-20 тысяч заплачу, когда уже будут сделки конкретные. Я думаю, тут вам вообще никто не откажет. Порекомендуй тогда люди, которые регаются в AMA CRM, как можно здесь и сейчас удвоить продажи. Ну, как им удвоить продажи? Просто допустим, они септики продают в Саратове. Анализировать разговоры, прослушать, выписать, соответственно, основные возражения. Кому скидывать разговоры? Разговоры можно скидывать Анастасии Белочкиной. Она у нас довольно-таки хороший специалист. Ну, покажи, я сниму просто. Короче, у вас сейчас будет номер Насти. Все, что касается разговоров, 30 бесплатных звонков она вам прослушает. Вы скидываете ей прямо архив 30 записей. Из Беларуси придет отчет, что он конкретно может добавить, чек-лист, ничего не делали. Допустим, не было входки продажи, там, снятия возражения. Продиктуй. 8-916-780-23-48. Анастасия Белочкина. Тебе писать по какому вопросу? Мне? Вообще к Сергею писать по вопросам продаж и эскорта на Porsche 911 4S. Да, кстати, ребят, кто хочет прокатиться на 911 по Москве, с радостью прокачу. Ну, наверное, больше не за деньги, а за то, чтобы ну, человек испытывал как раз эмоции, счастье. Давай, тот, кто плачет... Дай написать, или можно лично кататься. Тот, давай, кто вообще... плачет, тот, кто платит на год CRM, ты лично катаешь, понял? Да, давай тот, так. Кто-то на год оплачивает AMA CRM. Тот, кто до 1 сентября оплатит на год CRM, по катушке на Porsche... кабриолете по Москве бесплатно. То есть он все здесь прям подписывает документы, годовой да. контракт, и отсюда прям Porsche будет катать. Да. Давай. И консультации индивиду... 15-минутная консультация по продажам от Сергея на планерке. 8-909-683-11. Угу. 2-2. Два гуся в конце. Давай ты. Чё, про что? Про SMM. Кому нужен вообще таргет? А ты точно продюсер? Я не только продюсер, я вообще очень много всего умею. Продюсер это так, очень коммерционное название, на самом деле я могу все. Вот, и SMM это один из видов деятельности. Ну что в SMM-то, допустим, рано, ведение... даже если они не обратятся, что, как им удвоить там SMM? Ну как удвоить? Вести хорошо нужно, социальные сети, как вести группы. Лучше, чем сейчас? Надо делать все, естественно, от искренне. Души. Давай 3, телефон 4, говори по SMM. 5 человек. 8-925-423-79-77. Замужем? Не замужем, детей нет, свободно. Голова не болит, готовить умею, голова не болит. Готовить вообще умеет. Разве голова не болит? Не болит голова? Болит. Настя, у тебя голова болит? Нет. Уже нет. Давай, совет по удвоению продаж со своего скилла. Короткий сайт, не надо давать людям много, слишком много информации. И call to action, да, чтобы был хороший. 8-926-3727-889. Нужно просто, чтобы когда человек зашел на сайт к вам, он сразу понял, чем вы занимаетесь конкретно. То есть это должно быть фото или видео продукта, или услуги, которые вы оказываете. И дать какое-то предложение, которое человек, ну, странно было бы отказаться. Не стоит продавать, в общем, прямо на лендинге. Лендинг нужен для того, чтобы дать вам заявку. Да, не для продаж, а для заявок. Так, давай, Даша, совет по удвоению продаж. Нет, давайте не по... это не моя с точки тема. Зрения... Лучше просто совет. Давай. Совет. Советы так раздаем. Совет отдохнуть. Если вы хотите отдыхать, почаще отдыхайте, приезжайте к нам. Нам в гости. Да, в Подмосковье. Номер. В деревне Еремина. Номер. 921-866-94-28. Замужем? Не замужем. Гражданского мужа имеешь. Но занята. А вот, если вы хотите поиграть в волейбольчик, покупаться, пока еще тепло, то звоните, конечно. Если честно, вот когда спрашиваешь, он говорит, хочу удвоить продажи, а еще, говорит, хочу новые направления. Ты у него спрашиваешь, сколько стоит лид, заявка, в итоге платящий клиент, он говорит, допустим, 3000 стоит, а зарабатывает он с него 30. Причем реально, вот я согласен с тобой, что в половине случаев, возможно, просто стоит удвоить бюджет на директ, аккуратненько и все. Или в два раза больше сделок закрывать, тоже неплохо.
В итоге, если вы удвоите конверсию на Лондосе, удвоите бюджет и удвоите конверсию в продаже, можно, мне кажется, 6 раз увеличить продажи, если у вас там совсем уже не ракетные технологии какие-то. Ну что, друзья, на этом подходит к концу. Это публичный доступ, не кидай меня. У нас есть минута обнимашек.